Вон заяц бежит. Тихо, заяц идет. Заяц перешел. Чисто как мусак. Только блин, это дороги, только звук, чтобы нас сделать или нет. Я так и думал, что это будет. Сейчас посмотрим, как он по дороге будет. Заяц к нам прибежал. Ворота прибежал по дороге прямо сюда. Миша, я же сказал, что будет вот там, вот на этом повороте будет. Сейчас посмотрим. Тихо. Постановил управление. Красиво как, блядь. Это пиздец. Вопросы есть? А ну прокомментируй, Юра. Ну что, можно сказать. Выжилец вышел. Сначала провернулся. Потом выправил, по дороге провел и очень точно вышел на место выхода и повел. Ну так опыт у него серьезный, я смотрю, он умеет это делать. И заяц прибежал к нам прямо. И он сразу выход ищет, тут же ищет скидку. Шумели. Шумели, зайцы. По дороге пошел. По той дороге, куда и тот раз. Карелия. Север Карелии. Калевальский район. Мурманская область. Какие красоты. Утро. По 8 утра. Я сейчас с собачками.
нахожусь в лесу сам, без ружья, с ножом и с трубой. Вот. В кемпере переночевал, принципиально сказал всем уехать. От населенного пункта нахожусь 50 километров. Подхожу к лагерю к своему, где ночевал. Мои собаки, костерок догорает. Вот, погонял немножко. Вот так вот. Как видите, здесь живу я сам. Это мои собачки. Шумка. Маленькая Герда. Лакун. Сейчас приготовлю покушать. Вот. И будем дальше охотиться. Я возьму других собак.